Я вас слушаю. Даже седан полиции на заднем. Документы можно ваши? Причина проверки. Согласно закону полиции, статья 13.2. Это все есть в открытом доступе в интернете. Можете зайти почитать. Ну я в курсе, да. Причину проверки я вас спрашиваю. Я не спрашиваю согласно чему. Я спрашиваю согласно по причине проверки. Согласно этому и работаем. Закон о полиции. Причину проверки предъявите, назовите мне, пожалуйста. Я вам причину объясню. Закон о полиции, ряд 13. То есть причина является закон о полиции. Там есть 4 фактора. Так. Они указаны в интернете. Можете зайти в интернет и прочитать. Вы сами не знаете их? Я для себя знаю. Угу. Если вам так интересно, можете зайти в интернет. Удостоверение предъявите, пожалуйста. Конечно. Старший сержант полиции Назаркин Максим Алексеевич, полицейский, действителен до 12 февраля 2025 года. Именно. 286-387. А можно увидеть ваше лицо? Смотрите. Что? Смотрите. Я не вижу, вы маской прикрыты. А я маской не обязан. Ну и как я могу удостовериться, что вы именно Назаркин? Удостоверение вам показал. Может быть, это не ваше удостоверение? Как это может быть удостоверение? Ну так. А кто может ее носить? Что? А кто может носить? Не носить? Знаю. Как это не знаю? Ну вот так вот не знаю. Документы можно? Причины проверки назовите, пожалуйста. Да, причина объясню. Нет, вы не объяснили. Вы сказали, что есть закон о полиции. О том, что есть закон о полиции, я в курсе. Это все написано в интернете, вот в этом доступе. Какая конкретно причина из этого закона о полиции в данном случае используется вами? Ладно. Причина первая – административное правонарушение, правильно? Правильно? Какое административное правонарушение я совершил? Погодите, да, скажу. Пресвершение административного правонарушения, пресвершение уголовного правонарушения, либо человек на 8 лет. Что из этого относится ко мне? Начнем с первого. Административное правонарушение. Какое? Есть такое административное правонарушение 18.8. Нахождение Российской Федерации без регистрационного документа. Правильно? Без чего? Регистрационного документа. Регистрационного документа? Да. Вы знаете, что у нас в законодательстве Российской Федерации отсутствует сама возможность подозревать человека в совершении административного правонарушения. Подозревать может только в совершении уголовного преступления. Вам об этом известно, господин Назаркин? Известно. Известно? То в чем проблема тогда? Так я вам еще объясняю. При совершении административного правонарушения есть такая статья 18.8. Так. Нахождение Российской Федерации без регистрации. Так, вы подозреваете в этом меня? Регистрацию могут носить как азиатская внешность, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, так и славянская внешность, Украина, Белоруссия. То есть вы меня проверяете из-за азиатской внешности? Я вас и по славянской внешности проверяю. Нет, но вы меня-то проверяете из-за азиатской внешности? По славянской внешности вас проверяю. Что? Из-за славянской внешности вас проверяю. Вы меня проверяете из-за моей славянской внешности? То есть вы проверяете человека, потому что у него славянская внешность? Славянская и азиатская. Мы проверяем регистрацию у славян и азиатов. Ну, у славян и у азиатов. А у меня вы почему проверяете? Из-за славянской внешности и из-за азиатской внешности. Я правильно понимаю, что это распоряжение какое-то проверять у людей, имеющих славянскую и азиатскую внешность? Согласно закону о полиции. Да вроде в законе о полиции не сказано, что нужно проверять людей, имеющих именно славянскую и азиатскую внешность. Кстати, предъявите тоже ваше удостоверение. Панькин Вячеслав Васильевич, полицейский, 313-127 до 10 августа 2025 года. Спасибо. У вас ко мне какие-нибудь претензии есть? Нет. Вопросы, требования, просьбы? Давайте с вами разбираться. Значит, я так понимаю, мы с вами будем спорить здесь много. Да, долго будем спорить, да. Что? Можете. Что? Можете быть свободны. Могу быть свободен. Вы мне можете просто пояснить, почему конкретно вы все-таки подошли ко мне? Вы по какому принципу меня выделили из толпы? Я же вам говорю, при проверке регистрационного документа. А сейчас вы уже не заинтересованы в проверке моего регистрационного? Я с вами могу это спорить, вы будете свое доказывать, я буду свое доказывать. Ну, в принципе, да. Свободен. Хорошо. Удачного несения службы. На всякий случай, сейчас нужно обращаться, когда обращаетесь к полицейскому, насколько мне известно. Вот меня зовут Александр Ким, и у меня есть YouTube-канал.
Значит, так и называется, Александр Ким. Вот, пожалуйста, ждите себя сегодня вечером. Хорошо. До свидания.